Сегодня 13 мая. 13 мая 1879 года самарский купец первой гильдии Петр Субботин проявил неслыханную щедрость, приобрел на собственные средства для Самары две пожарные машины. С тех пор бороться с огнем стало намного проще. 13 мая 1912 года в Самарском театре «Олимп» прошли гастроли артистки Московского малого театра Екатерины Рощиной-Инсаровой. За несколько лет до этого она была актрисой Самарского городского театра. Как отмечали современники Екатерины Николаевны, ее игру характеризовала тонкость в передаче чувственных нюансов, глубина душевного проникновения в сложный образ, пластическая выразительность и неподражаемое изящество. Ежегодно 13 мая в нашей стране отмечают День Черноморского флота ВМФ и День охранно-конвойной службы МВД России. По народному календарю сегодня Яков Теплый. На Руси с этого дня прекращали всякое сватовство, поскольку май считался крайне неподходящим для вступления в брак. А еще в этот день наши предки наблюдали за восходом солнца. Если небо при этом было чистым и ясным, то предстоящее лето должно было стать солнечным. Это были лишь некоторые интересные события 13-го майского дня. Всего вам самого доброго!